Итак, друзья, всем привет! Сегодня 2 марта 2023 года. Сегодня мы опять на пасеке, там вдали снегоуборщик. В общем, Миша работает, я тоже работаю. Миша, всем привет! Чистим тачок, ребята. Второй раз в этом году все занесло. Буквально за неделю снегопады продолжаются. Но мы чистим. В общем, снегоуборщик у нас неплохо с этим справляется делом. Но без лопат нам никуда не обойтись. Потому что вот снегоуборщиком здесь по центру я пройду. А вот с боков приходится, где колышки, там уже снегоуборщиком не проедешь. Приходится убирать лопатой в центр сюда. Здесь вот я проехал, а Миша там идет, в общем, бросает и вправо, и влево. Больше ты, наверное, на бровку, да? Ну, на бровку, вот где снег, можно положить, освободить колышки, откопать. Ну, именно в этом месте не так много, можно сюда. Ну, что, больше половины уже прошли, наверное, да. Ну, все равно, это большой плюс то, что мы первый раз уже почистили этот тачок. Сейчас вот, конечно, опять намело. Ну, поправляем. Миша один не справляется, я тоже глушу снегоуборщик. Беру лопату и сгребаем в ряды снег. Сейчас я заведу снегоуборщик, здесь уберу и пойду Мише помогать. И были комментарии, спрашивали... Когда выставлять пчелосемьи? Ну, друзья, если читать книги, там, в общем, советуют, что нужно выставлять пчелосемьи, когда у вас открылись водоемы, пруды, ручьи побежали, и выставляем пчел на тачок. Но у каждого по-своему зимуют пчелы. У меня надземные зимовники. С потеплением там температура, в общем, зашкаливает. Нам как бы необходимо все равно выставить пораньше свои пчелосемьи. Вот и все. А так, если у вас, друзья, семьи зимуют прекрасно, в зимовнике сидят, не поносятся, ничего, не улетают, так пусть они сидят, зимуют. Ну, а мы вас сейчас готовим. А когда выставлять будем, ну, время покажет. Лишь бы тачок был готов в первую очередь, чтобы было куда выставить свои пчелосемьи. Ну вот и все, друзья. Наш тачок снова почищенный. Надолго ли? А там солнышко. Снежок прекращается. Да, небо, оно частично голубое. Очищается. Но все равно, снег все равно будет. А сколько будет, я не знаю. Но уже ничего страшного. Там без снегоуборщика можно, возможно, да? Ну, неизвестно, да? Ладно, загадывать не будем, друзья. Мы думали, что тот раз это был последний этот раз. Нет, там был первый, да, наверное? Да. Ну, конечно, не надеялись, что такие прям... Не думали, что такие... Снегопады и это ветра-то, смотри, какие были. Тут не сколь снег, сколь тут намело еще, как бы переметы были. Но, тем не менее, справились со своей задачей. Буквально сколько потратили времени? Да день-то ушел. Нет, день не ушел. Ну что, ну до обеда маленько. А, мало, немного, да, до обеда. Ну, мы же вдвоем, да, в тот раз мы троем, мы за полдня управились. Ну, а тут, да, фактически, ну... А что, время 5 часов доходит? Ну да, день ушел на двоих. Долго-то что, это вот приходилось лопатами подрабатывать, это скидывать в проходы. Снег. А снегоуборщик он справлялся просто запросто.
Ничего в этот раз не подвело. Добавляли один раз, в общем, дозаливали бензина. Ни один шкворень не сломали. Уже знаем, где у нас колышки есть. А шкворни, ребята, вот они, вот они, вот они. Ну, я заказал с Алиэкспресс. Кстати, сегодня я их получил, эти шплинты. Да, друзья, мне писали в комментариях, к снегоуборщику можно как бы на болгарке обтачивать болты и ставить. Да, можно, но, ребята, время все, надо, надо. Тут я заказал, прислали и все, и забыл. Заказал сразу 20 штук, ну, это уже надолго нам хватит, надеюсь. Ну, а так, что еще? Там еще у нас в прошлом году ерундил этот, как его... Колесико-то, хождение-то. Сейчас вот тоже что-то... Сейчас, да, тяга стала похуже. Там резиновое кольцо надо менять. Я еще в прошлом году его заказал. Оно зеленое, оно какое-то не резина, а какая-то, я не знаю, там... Как правильно-то? Силикон, наверное, или как он? Ну, силикон. Силиконовое? Нет, не каучук. Силиконовое какое-то вроде. Может быть, плавка. Ну, ребята, пишите. Да, в комментариях пишите. Сейчас надо вот от летков, вот здесь вот три семьи у нас уже образованы, выставлены. И один пустой улей. Надо летки, Миша, лопатой пройдись, вот лопатой. Ну, открой доступ. Немножко так убрать снег, а там синицы подчистят, в общем, синицы подчистят и может и таять будет все равно. Все-таки начало марта, все равно... Первая-то оттепель должна вот-вот прийти. Так, друзья, еще хотел бы сказать. У меня семьи, которые зимуют на тачке. Это ульи Рута, все эти бенинхаусы, ППУшные. Все я буду откапывать в ближайшее время из-под снега. Тоже спрашивали в комментарии, когда что откапывать. В общем... Откапывать буду и сверху буду утеплять. А там видно будет. А подморщик какой-то там. Вот тут слышу, шумят пчелы. Ага, пошуровал. Ну ладно. Ну, в общем, все, друзья. На этом видео буду заканчивать. Показали опять снова, что мы почистили тачок. Ну, будем уже... Там в каких числах, не знаю. Ну, может быть, после праздника 8 марта, Миша, да, будем собирать людей. Там, ну, все тоже смотреть будем по погоде, как еще зимовники у нас, как там будут сидеть пчелы. Ну, вот, вот теперь сейчас были. Ну, пчела плохо сидит, она уже как бы хочет вылетать на волю. Да, из зимовника подчастично вылетают, падают пчелки, и сидит, и питается ими. Ну, синицы, они тут живут у меня на пасеке. А так на машине мы возим в прицепе наш снегоуборщик. Здесь специальный трап, по которому мы закатываем его. Ну, как закатываем? Он у нас сам заезжает, рулим, заезжает. В общем, все, друзья, на этом видео буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписываемся на канал. Канал Дзен, ссылка будет внизу. Вся наша продукция с нашей пасеки, мед, перга, прополис, все ссылки, все внизу. Всем, друзья, пока. Миша, пока. И до новых встреч. Всем, друзья, удачи, дозимовать прекрасно. А кто не... Уже я вижу на югах пыльцу пчелки несут. Да, завидно, ребята. Ну ничего, придет и наше время здесь, на севере. Кто живет... такой полосе, где еще много-много снега, и он идет, идет и идет.